рюкзак для школьников младших классов. Цвет яркий, радостный. Качество ткани не маркое и легко моющееся. На передней части красивый яркий принт детский, детская тематика, мишка, змейки. Змеечки у нас легко открываются, закрываются. На змеечках удобные такие вот поворозочки, за которые легко можно закрывать и открывать. Здесь на задней части есть такие вот петелечки. Очень удобно для открывания. За петельку держим, и легко змейка открывается. Оп, все открылось. Замечательно. И также можно придерживать для закрывания. Очень удобно придумано. Здесь также карман впереди. Тоже легко все закрывается, открывается. По бокам находятся карманы на резиночке. С одной и с другой стороны. Туда мы можем положить, например, водичку. Так получается. Оп. Спинка ортопедическая, дышащая. Лямки тоже ортопедические, мягкие. Ширина лямочки где-то сантиметр. Здесь также сантиметр высоты подушечки из специального материала дышащего. Лямки S-образной формы, чтобы удобно было носить на спине, со светоотражающими частями. Они представлены как на лямочках, так на боковых карманах и на передней части рюкзака. Лямки легко регулируемые. Можно как затянуть. Все, вот. Также легко они очень отпускаются. Тянем переднюю часть, затягиваем, и легко отпускается, регулируется длина лямки. Дно у рюкзака прорезиненное, водонепроницаемое. Хорошо моется. Ручка удобная, пластиковая. Для ношения рюкзака на короткие расстояния, либо для родителей. Также есть петелька для подвешивания рюкзака на парту. Все очень качественно выполнено, швы ровные, очень аккуратно представлено все это. Ткань тоже очень-очень приятная. Давайте посмотрим, что же у нас внутри. Материал. Материал очень хорошо моющийся, это видно. На крышечке здесь есть пластиковый такой кармашек. Можно написать карточку, имя, фамилия, класс, либо какие-то телефонные данные, если вдруг потеряется или ребенок не сможет сразу там найти его. Есть разделители для учебников, разделительные части. Так, потом для того, чтобы помыть легко, постирать в машинке, здесь весь пластиковый каркас можно достать. Есть на липучках все. Тоже очень удобно. То есть, в общем-то, этот пластик весь мы можем подоставать. Попробуем что-нибудь положить. То, что носит ребенок в школу. Например, карандаши, фломастеры. Складываем. Десяток тетрадок. Так. Альбом для рисования. Папка формата А4. Букварь. Папка для тетрадей. Так, в принципе, еще сюда можно что-либо положить, то есть место есть, остается. А в передний карман мы можем положить, например, пенал. Отлично входит, очень удобно, как раз по размеру. Так, закрываем.
Все вроде бы поместилось, все вместительно, удобно. Думаю, ребенку такой дизайн очень понравится, очень яркий, очень красивый. Пользуйтесь с удовольствием.